мы боролись за эту площадку. Это площадка и будет. Площадка будет. На самом деле будет площадка. В это не верят местные жители, в это еще не верят собаководы. Но новости хорошие. Пушкинские любители собак скоро смогут дрессировать своих питомцев на новой площадке. Пушгорхоз активно ведет работы. Эта площадка будет больше по размерам 30 на 50. И здесь добавятся дополнительные элементы для дрессуры. Но учитывая, что все конструктивные элементы, само состояние площадки, оно отвечало желать лучшего, было принято решение о замене этой площадки на новую. Еще летом глава округа Пушкинский Максим Красноцветов во время обхода заметил, что площадка находится не в лучшем виде, и было принято решение привести ее в порядок. Об этом мечтали собаководы давно. Старая площадка не соответствовала ГОСТам до СААФ. Собакам здесь было тесно. Долго, ну лет 10 точно. Ну, эту так немножко подремонтировали своими силами. Подкрашивали, что-то там подбивали, подделывали. Ну, сейчас обратили на нас внимание. Спасибо. Не было, допустим, здесь снаряда окоп, он будет. Не было снаряда туннель, он будет. То есть даже будет возможность заниматься не просто УКД, ЗКС, там управляемая городская собака, вот чем занимались. Возможно, даже пойдет и agility. Это когда хозяин направляет собаку через полосу препятствий. При прохождении они должны бежать без поощрения едой или игрушками. Сейчас занятия не прекращаются. Собаками тренируются в городской среде, ведь основной курс называется управляемая городская собака. На площадке работы будут вестись около месяца, а потом пушкинские бобики и трезоры смогут оценить ее по достоинству. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Владимир Парфенов, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.